Приветствую всех на моем канале. Сегодня очередное видео о дизайне ногтей. Этот дизайн я относила 2 недели, ни одного скола, ни отслойки. Немного стерлись краешки. А перед маникюром и дизайном хочу протестировать удалитель для кутикул. От Эвалайн я использую давно и качеством довольна, а у Стеллари это новинка и в очень удобной упаковке. Сейчас я сниму покрытие и вернусь к вам. Форму я решила оставить, да и по квадрату не соскучилась. Перейдем к тестированию. Ждем 2-3 минуты. По консистенции жидкий, гелеобразный и не имеет неприятного запаха. На первый взгляд все хорошо. Перейдем ко второму. Нанесем и подождем 30 секунд. По консистенции кремообразный, также не имеет неприятного запаха. Результат получился одинаковый. С удовольствием буду использовать дальше. Недавно мне пришла посылка с безворсовыми салфетками.
В упаковке их 700 штук. Они тонкие, но не слишком жесткие. Перейдем к дизайну. Ссылочки на все материалы будут в описании. Вот такой дизайн у меня получился.
как он вам, пишите в комментариях. А также не забудьте заглянуть в описание, оставлю полезные ссылочки для вас. Что касается салфеток, то в работе они показали себя хорошо. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!